Всем привет, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сегодня у нас пятница, 26 число, и это значит, что у нас прилетело очередное обновление 9.4.25. 283 мегабайта весит оно на Redmi Note 6. Что-то тут лок-скрин исправили, статус-бар, что-то даже с датой делали и так далее. Значит, включаем загрузочку, как обычно, идем с вами на официальный сайт смотреть, что же нам тут расскажут. Так, вот у нас 9.4.25, есть уже тут информация. Значит, список изменений. Обновлен патч безопасности. Так, и все что ли? Так, экран блокировки, строка состояния. Уведомления на экране блокировки. Не беспокоить. Режим толбак, не заряжался. А вызывал быструю зарядку. А, ну вот, да, исправление. Элементы Always on Display. Так, передача данных. Что-то тут очень много чего-то поисправляли. Вот, посмотрим, что бы это значило. Так, комментарии тут уже народ пишет вовсю. Ну и что у нас тут со скачиванием? Со скачиванием у нас все идет хорошо. Значит, переустановим и продолжим. Давайте пока посмотрим, что у нас тут в системе безопасности. Так. Значит, версия безопасности у нас 5 мая. Видите, как у нас тут машина времени в телефоне завелась. Посмотрим, что будет после обновления. А если вы хотите раньше узнавать об обновлениях и новостях к Xiaomi, то вы можете подписаться на наше сообщество ВК и Дискорд, а также YouTube чат. Там мы будем рассказывать о нововведениях, новостях и много чего интересного раньше, чем на видео. Жду вас всех там, будет интересно. Всем удачи и продолжаем смотреть видосик. Так, ребят, прошло несколько минут, смотрим, и прошивочка у нас 9.4.25 стала, MIUI 10, значит, Android версии 9, вот, кто-то спрашивает, когда придет на Redmi Note 6 Pro 9 Android, ребят, на еженедельной версии он уже давно пришел, поэтому, кто хочет 9 Android, переходите на еженедельную, только если у вас стоит 8, нужно сначала перейти на еженедельную 8, потом на 9. Так, ну что же, давайте смотреть, что у нас тут поменялось. Так, начнем с экрана. Так, темный режим работает. Все хорошо, экономит. Красиво смотрится, радует темный режим. Далее. Батарея. Красивые иконки прорисованы. Так, адаптивный режим здесь появился. Тоже видим, есть он, да? Так, управление питанием. Есть. Так, показывает. Корректно, некорректно, уже вопрос второй. Слава богу, что работает. Так. Еще 15 минут. Без подзарядки. Что-то опять гонит, потому что не заряжал, не включал. Так, таймер питания есть. Так, а вот расхода аккумулятора нету, который ввели. Сейчас давайте посмотрим его. Так, сорян, не так. Ничего не найдено. Почему-то на русской локализации очень непонятно. Великая тишина.
Нет, как видим, не находит тут он этих настроек. Ладно, будем ждать дальше. Так. Следующее. Значит, ну, YouTube, наверное, открывать не будем. Смотреть браузер, потому что понятно, что будет работать. Значит, оперативную память давайте посмотрим. 2 гига из 4, уже неплохой показатель на самом деле. Да, 2 гига из 4, то есть, в принципе, вполне достаточно. Так, дальше идем, значит, в камеру. Видео, настройки. Шестьдесят FPS категорически не добавляет. Ребят, уже, честно говоря, слов нету. Да, в конце концов, скоро 11 MIUI, а ее даже 60 FPS нету и на еженедельной прошивке. Ладно. Вот. Контакты, как мы видим, шрифты так и не исправили. Как она была по-бестолковому, так и есть. Я вот, честно говоря, удивляюсь. Чем дальше прошивку, тем больше и больше косяков. При этом пишут список изменений огромный, а самые явные вещи, которые видны сразу, да, почему-то не исправляют. Вот. В галерее тоже такая же фигня, как мы видим, да. Ну, в общем, как-то так. Как-то так. Поэтому что, выводы такие. Прошивка, в принципе, годная. Обновляться можно, да, но не особо радует, потому что уже изо дня в день, из недели в неделю делает обновления. Вот, а те вещи, которые мы хотим тут увидеть, они не добавляются. Кстати, еще вот забыл посмотреть, блокировка и защита. Вот видим, отпечатки пальцев есть, они заданы у меня, да, то есть, если бы они не появлялись, да, разблокировки по лицу так и нет. Ну, вот как-то так. Давайте выключим темный режим, хотя бы темный режим заработал. На этом все, ребят. Не забываем подписываться на канал. Если вы хотите узнавать о новостях компании Xiaomi самые первые, ставьте колокольчик и подписывайтесь на наши социальные сети. Ссылки будут, как всегда, под видео. Всем удачи, всем спасибо, пока-пока.